Всем привет, мои дорогие! С вами Клонова Аня, проект Faberlic Online. Это мой, можно так сказать, большой заказ, потому что будут еще новинки, формы для запекания, доски, пинцет для удаления рыбы и так далее. Ну, в общем, это обзор по моему заказу Faberlic, новинки и не новинки. Давайте же с вами поговорим сначала вот об этих трех ароматах. Они сейчас идут по акции. И, конечно, мне очень захотелось их попробовать. Я их взяла. Вот знаете почему? Потому что у меня таких нету. Я их помню, когда-то давно заказывала, но у меня их кто-то попросил, я продала, и все, как бы забыла про них. И вот у меня скоро форум, и я понимаю, что у меня вот тех парфюмов нет, этих парфюмов нет. А мы там выставляем столик все-таки с продукцией, с парфюмами, и девочки уже смотрят, и могут новички познакомиться с данными ароматами. Люди ко мне едут 20 апреля с разных стран. Я вот решила все три аромата заказать. В общем, такое предисловие. Ну, первый аромат — это букет Denied. Значит, объем 50 миллилитров, артикул 3198. Что могу про него сказать? Первое ощущение, вот его, из-под него коробочка, очень красиво, классно оформлено. Первое ощущение — это было фу, это отталкивающее, это вообще что-то такое невыносимо какое-то, кисло-горько-сладкое, бьющее в нос. Я думаю, что это вообще такое? И потом аромат начал раскрываться. Вот, и он стал таким действительно и глубоким, и пышным, но он, знаете, вот это вот аромат туберозы, жасмин и флендоранж тут есть. Вот, далее идет томный шлейф ванили и знойный ветивер, да, то есть, что могу сказать, не моя водичка, но сейчас, на данный момент, когда уже средние ноты открылись на руке, вот я сейчас еще раз понюхала, я не могу сказать, что она мне противна, но эта вода не моя, абсолютно не моя. Я не люблю вот эту вот туберозу, вот этот вот сладкий нежный аромат белых цветов, да, то есть направление аромата — это белые цветы, это абсолютно не мое, это 100%. Далее водичка Аврора, она, наверное, больше всех мне понравилась из всего выбора. Наиболее такая, как даже сказать, приятная. Вот, ну, чем она мне вообще понравилась? Вот эта вот Аврора. Значит, в описании букета Авроры написано, что она идет так, 50 миллилитров, артикул 3002. Аромат создан специально для компании Faberlic, известным французским парфюмером Тоном Фонтеном. Направление аромата цветочно-фруктовый. Ну, вот мое, наверное, это цветочно-фруктовые, какие-то зеленые ароматы. Вот, значит, что получается? Верхние ноты идут грейпфрут, черная смородина, лимон. Средние ноты — магнолия, индийская гвоздика и жасмин. И шлейф — кедр, амбра и мускус, да, то есть, ну, вот ничего такого вот особенного, оригинального, да, можно так сказать. И вот этот ароматик мне действительно понравился, легкий, приятный. И такой действительно цветочный, действительно классненький такой, да. Вот этот аромат слишком сладкий, слишком тяжелый, он не для меня, вообще абсолютно не для меня. А далее, вот этот вот аромат, он такой, это букет Жардин, аромат называется. Он идет тоже с какой-то ноткой, которая меня отталкивает. Аромат у него идет цветочно-фруктовый с тонким зеленым акцентом. Зеленый акцент тут не тонкий, он очень такой насыщенный, да, то есть идет как пион, вот я, наверное, пионы не люблю, пион, розы, потом идет тюльпаны, да, то есть крокусы, и получается, так, ноты ревеня и черной смородины наполняют теплом и сиянием, да, то есть... Вот действительно, какой-то вот аромат такой тоже меня толкнул, мне действительно не понравился. Да, то есть вот единственный такой стоящий, действительно классный аромат — это букет, на мой взгляд, букет Аврор. Вот, такая кисленькая фруктовая водичка, очень-очень приятная. Букет Дежардин, он очень-очень зеленый. Прямо такая, как трава, как будто, да, знаете, вот. Такой прям травянистый очень аромат.
Вот, а этот чересчур сладкий прям для меня. Тубероза. Нет, это не мое абсолютно, но прям такой насыщенный очень, да. То есть, ну, честно сказать, я как-то была такого мнения о них, о нем, об этих ароматах. Там блогеры все рассказывают, о, вкусненький, вкусненький, приятненький. Как-то вот, знаете, взяла и чувствую, что как-то вот это не мое, это не мое. Ну, вот это более-менее мое, и с удовольствием я его израсходую. Вот. А вот это действительно после форума я просто скажу девчонкам. Девчонки, нравится, берите. Вот, я помню, как нам эту водичку дарили на Украине. Я ездила на форум в Украину. Там награждали Колю Андрейка, моего наставника, моего вышестоящего наставника над Колей, Татьяну Сафронову. Она получала чек с рубином. Вот, там была наша подружка Анюта, открытый бриллиантовый директор. Она вот как раз была без ума от этой воды и сразу начала ей пользоваться. И вот я к ней, да, то есть мне этот аромат не понравился, помню. И вот я к ней подошла и говорю: «Анют, чем от тебя пахнет?» Да, то есть, ой, Анют, Марина Марчук, простите. Вот, я подхожу, говорю: «Что от тебя за аромат?» Она говорит: «Так вот этот, который подарили». Я говорю: «Неужели этот аромат, который подарили, так на тебе, он вообще по-другому он раскрылся, нежели чем на мне? От нее пахло чем-то таким сладким, нежным, манящим, приятным». Вот, и это, конечно, здорово. Поэтому на каждом вот этот аромат точно на мне раскрывается не так, как я хочу, как мне нравится. Вот, поэтому, конечно, делайте выводы. Кошечка у меня заплакала, выпустила ее, прошу прощения, отвлеклась. Вот, далее, коралловый кальций, это идет очень такая хорошая композиция для здоровья. Тут идет минеральный комплекс питьевой воды, который обогащает, в принципе, нашу воду. Применение у него очень легкое, очень простое. И действительно, мне очень понравилась эта штучка, потому что такое чувство, что я себя лучше даже, может, чувствовать стала. Но вы знаете, счастье, оно ведь как здоровье, и здоровье, оно ведь как счастье. Пока эти два ингредиента в своей жизни не чувствуешь, значит, все у вас в порядке, так ведь? Артикул 153.92, 12 пакетиков саше. Вот, очень удобно в применении. Нужно кинуть пакетик. Значит, так, способ применения сейчас я вам скажу. Так, один пакетик саше поместить в емкость 1,5 литра, налить в емкость 1,5 литра воды, и продукт готов к употреблению через 30-40 минут. То есть вот таким вот образом можно купить полторашку, да, воды, да, и вот мерить, да, мерить. То есть на 3 литра получается 2 пакетика, да, кто вот может воду на дом заказывать или еще что-то. И вот вся семья вот эту водичку полезную, в принципе, пьет, да. Далее заказала свой любимый блер-крем, заказала пару штучек, потому что он у меня частенько заканчивается, у меня тут очень много поездок намечается, поездок действительно очень много. Сейчас мы собираемся в Москву на стратегическую сессию, потом мы, так, не помню, куда-то собрались еще. Так, сейчас я вам даже скажу. А, Египет. Собрались мы в Египет. Вот, с наставником, с его женой, я с Антоном. В общем, вчетвером собрались в Египет. После Египта у нас будет Джугба. Мы повезем дочку на дельфинотерапию. Нам она очень строго показана, нужна. Вот, после Джугбы, это будет в мае, в июле мы летим в Тунис. Потом в сентябре мы летим на ассамблею, и с ассамблеей нас уже компания Faberlic опять всех повезет в Италию, Бари. Поэтому как бы весь год у меня наперед расписан. Вот, стараюсь еще ходить зубной, делать зубки. Вот, и, конечно, когда каждый день выходишь на улицу или куда-то ездишь, понятно, что эти два тюбика у меня закончатся мега быстро. Значит, у меня есть вскрытый тюбичек, значит, этот блер-крем, ну, что он делает? Он у меня как бы идет что-то типа для красоты кожи, да, то есть вот такой вот кремчик.
Он легко наносится, разносится, и потом кожа становится ровнее. То есть он делает кожу визуально ровной, гладкой, приятной, разглаживает какие-то несовершенства, сглаживает углы и просто делает кожу намного, ну, на камеру я не вижу, что видно, да, то есть, но он делает кожу намного, как вам даже сказать, моложе, приятнее, эстетичнее, да, то есть, ну, все вместе. И тут еще идут светоотражающие частицы, когда вы будете фотографироваться с блером, вы заметите, насколько свежее ваше лицо. Ну, вот этих 15 миллилитров, ну, максимум мне хватает, может быть, недели на две, если я в поездках и каждый день его наношу, а так, может, даже и пару месяцев, когда вот дома, не каждый день им пользуюсь. Вот сегодня я им не пользовалась, да, то есть я нанесла дневной крем на себя, увлажняю сыворотку и все. Как бы мне больше этого не нужно. Далее взяла вот такую вот программу для жирной кожи, роллинг-гель для очищения пор. Это, конечно же, и Катерине, и мне, да, то есть в женские дни календаря у меня очень-очень часто жирнится лицо, и жирнится до такой степени сильно, что я прям чувствую, что вот у меня вот, да, действительно идет перемена. И вот в такое время я, наверное, вот буду этим делом и пользоваться, да, то есть вот вам фокусирую состав. Я его еще не пробовала. А для меня это новинка. Это роллинг-гель с артикулом 1081. Мне его посоветовали девчонки в продуктовом чате. Так, давайте вместе откроем. Да, то есть сама я его... Вот он такой. Удивили. Да, то есть вот он такой. Ну и давайте посмотрим его применение. Очень такой интересный. Течет такой склизкий, гелевый. Так, очень мне интересно почитать способ применения. Нанесите достаточное количество геля на сухую кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 2-3 минуты. Затем кончиками пальцев аккуратно массирующими движениями начинайте растирать кожу лица до появления катышков. Ого! Массируйте 3-5 минут. После процедуры остатки геля смойте прохладной водой или теплой водой. Используйте 1-2 раза в неделю. Ой, ну так это ж вообще круто, дорогие мои. Это ж вообще здорово. Знаете почему? Потому что в ванной это делать одно удовольствие получится. Пока голову помыл, бальзам нанес. Умыл, лицо умыто, наносишь вот этот вот роллинг-гель, да, ну там тушь все сняли, пенкой для умывания наносите этот роллинг-гель, пока мылите тело, то да сё, он действительно у вас засыхает, и вы потом катышками все смываете, и получается, ну круто получается, очень удобно. В общем, буду пробовать, потом вам расскажу. Тюбик небольшой, если понравится, я быстро с ним покончу. Да, то есть, ну сейчас подождем, как он будет засыхать, скатываться, да. То есть, смотрите, он начал как бы... О, во-во-во, смотрите, он начал скатываться уже, да. Ну, интересно, конечно, да. Тут еще не скатывается, да. Ну, давайте еще подождем, может, я много нанесла, не знаю. Ну, давайте еще подождем немножко, что там у нас получится. Ну, вот тут, видите, начало скатываться уже. Интересно, интересно. Так, скоро начинаю шаг омолаживающий крем для лица. Шаг третий, да, то есть сразу его нельзя. Значит, надо сначала восстанавливать структуру, потом повышать эластичность, потом делать интенсивный лифтинг. Все вместе, как вам даже сказать, все вместе делать это нельзя, да, то есть каждая ступень идет по месяцу, да, минимум месяц надо пользоваться. У меня таких два крема. Вы знаете, что один крем мне подарили на ассамблее Фаберлик, второй крем я заказала как VIP-новинку, и вот этот третий крем я заказала, потому что мне от лба до груди мне не хватает двух упаковок на курс 30 дней, то есть мне надо три упаковочки, поэтому я сразу заранее взяла. Далее, омолаживающий крем для лица, эластичность. Вот это мне нужно для того, чтобы пройти вот этот месячный курс. То есть у меня уже вторая упаковочка заканчивается, и слава богу, у меня уже третья пришла. Я думала, она не успеет прийти, но пришла. Ну и, конечно, увлажняющий гель для лица. Я уже так по одной штуке в каталог беру и беру. Вот, ну, киса, то туда, то обратно. Не пущу. Да, то есть я его беру то туда,
туда, то сюда, на все вот эти вот линеечки, артикул 2981, гель я этот уже заценила, он мне очень даже понравился, и действительно, кожу увлажняет, кожа не просит никакого увлажнения. Далее, взяла я, как обычно, вот свои масочки. Маски я люблю разные, различные, я считаю, что за кожей нужно ухаживать, не только ее увлажнять, но ее нужно и питать, и витаминками различными кормить, и очищать, да, то есть я сторонник разнообразного ухода за кожей, но самое главное, чтобы она подходила под тип вашей кожи, вот когда вот вы сейчас себя вот как чувствуете, да, то есть под тип вашей кожи. Если она у вас жирнится в какие-то дни, конечно, нужен крем, который не вытягивает влагу, а который действительно идет как очищающий. Итак, у этих двух бальзамов, это бальзам для рук и ногтей я взяла, да. Так, вот маска-то, вот она, не то я взяла. Посмотрите, какие одинаковые, да, можно, конечно, спутать. Вот, значит, восстанавливающая маска для лица и питательная маска. Значит, питательная идет 75 мл с артикулом 2414. Тут идут расслабляющие масла, тонкие ароматы цветов, вот. Значит, экстракт лотоса повышает упругость кожи и эластичность. Вот, масло органы предотвращает преждевременное старение, а чувственный аромат восстанавливает душевную гармонию. Ну, аромат, конечно, у этой маски прям на высоте. Она очень хорошо наносится, как вы видите, да? То есть вот таким вот образом она густоватенькая. Очень приятный аромат. Я прям балдею от него. Это такая цветочная, насыщенная сладость, я бы так сказала. Вот, далее восстанавливающая маска для лица, она идет глиняная, карите и орхидея тоже идет в составе. Тут, значит, органа и лотос, а тут карите и орхидея. Значит, получается, этот уникальный природный источник восстанавливает и глубоко очищает кожу, выравнивает ее рельеф и тон, сужает поры, ваше лицо наполняется царственной красотой. Вот, и белая глина тут идет. Да, то есть 75 миллилитров, артикул 2421. Она тоже, очень сложно открыть, она тоже наносится ровно, легко, просто. Пусть это и глиняная масочка, но она такая, не тугая. Да, то есть вот, видите, такая вот она, густоватенькая. Вот, остатки маски я выковыриваю кисточкой. Да, то есть вот такая вот масочка глиняная. Очень приятная. Я очень часто, если тут написано, да, вот, допустим, способ применения, написано, наносите бальзам. Ой, опять не то взяла. Да, то есть 15 минут нужно держать. Я где-то продержу, может быть, минут 5. Чувствую, что она начинает подсыхать. И тогда я беру спрей, свой Axology спрей для лица, и немножечко сдабриваю спреем, и тогда масочка даже лучше с ним начинает работать. Далее хочется вам показать питательный бальзам для рук и ногтей, артикул 2423. Давно-давно его брала, я уже не помню его действия. 75 миллилитров. Сейчас у меня вот такой вот ночной крем для рук, про руки, он мне понравился, артикул 2204. Поэтому я эту маску 75 мл, ой, маску, говорю, питательный бальзам, пока что оставлю. Так, давайте посмотрим его. Угу, вот он такой вот. Да, то есть, ну, хорошо разносится, быстренько впитывается. Аромат очень приятный. Такой аромат люблю вообще, уважаю и обожаю такой ароматик. Да, то есть, ну, вот такие вот у меня покупочки в этот раз. Далее гель-скраб маска для жирной и проблемной кожи. Это Катюшки. Ну, и я, может быть, разик сделаю. Значит, что она делает? Она глубоко очищает поры, бережно отшелушивает, выравнивает кожу, мгновенно устраняет воспаление. Почему три в одном? Она может быть как гелем для умывания, как скрабом и как маской. То есть у нее тут идут скрабинки. Так, понятно. Зафольгировано. Будем вскрывать. Нет, белочки. Мне, наверное, не вскрыть. Это ужас какой-то их вскрывать.
Давайте вот так сделаем, да и все, и не будем мучиться. Так, куда там мне бы, вот давайте вот сюда, да, то есть вот такая вот гель-скраб масочка. Она, значит, у нас с вами идет с очень такими мелкими щадящими катышками. Это сделаны эти катышки, мне кажется, специально для того, чтобы не повредить, не сковырнуть там прыщики, да, потому что это для проблемной кожи. То есть вы можете просто ее нанести, да, вот таким образом. Она, как вы видите, не пенится, не мылится. Таким образом ее нанести и смыть. Или оставить на 5 минут, да, получается, да, 5 минут оставить и нанести, потом смыть, или нанести, оставить, потом помассировать и смыть, да, то есть очень много различных способов применения. Поэтому, ну, эту гель-скраб-масочку я очень давно использую, скажу вам честно, она мне всегда нравилась, вот, особенно в красные дни календаря. Вот, в критические дни мы, конечно, пользуемся обе с Катей этой маской. Она действительно хорошо поддерживает баланс кожи, когда нужно. Далее, моя любимая пудра иллюминайзер для лица «Мерцающая вуаль». Заказала пару штук для того, чтобы она у меня была. Да, то есть такая вот пудрочка. Она идет немножечко, как даже сказать, ну, давай, фокусируйся, немножечко с блесками. Она вообще ничего не перекрывает практически, да, она просто создает эффект такого вот мерцания, закрепляет вот этот блер очень хорошо на лице, или тональный крем. Очень понравилась эта штучка. Далее, вот такой вот у меня идет карандашик. Карандашик 5247. Значит, давайте вот тут же и попробуем. Да, то есть вот такой вот карандаш. Обычненький, симпатичненький. Да, то есть я вижу, что он будет отлично тушеваться, если вы захотите, чтобы он у вас стал тенями. Но я его взяла для того, чтобы подводить поверх подводки. Да, то есть черный у меня есть подводка, и вот этим карандашиком мне нравится немножечко делать подводку сверху черного, очень красиво получается. Далее, ну вот это средство, я думаю, про него уже можно не говорить, это концентрированное средство от накипи для чайников и кофемашин. Очень понравилось, значит, артикул у него 112.59, тут 4 ампулы, то есть этого средства хватает на 4 раза. Тут указанный способ применения и все. С моим чайником это средство справляется прям на пятерочку, прям на ура. Никаких нареканий к данному продукту нет. Ну и, конечно, дорогие мои, мыло для кухни, устраняющие запахи. Весенние цветы. Очень понравился мне данный аромат. Очень еще зеленый чай мне понравился, цветочный букет. И вот этот тоже нежный, ласковый, приятный аромат. Артикул 111.80. Отлично пенится. 300 мл. То есть, ну, в принципе, вся серия очень полезна. Ну, вот это вот очень хорошая, которая устраняет запахи на кухне. Далее покажу вам вот такую активную сыворотку для роста ресниц. Взяла ее чисто, потому что ее все хвалят. Скидывают фотки до, скидывают фотки после, да. То есть, и я тоже решила взять, и тоже решила посмотреть, что это такое, с чем это едят. Мне тоже стало интересно. Вот, артикул 1062, значит, 6 миллилитров, да, она идет, 6 месяцев она идет открытая, вот, тут можно еще много что почитать внутри, далее, значит, это, так, артикул идет 1062, ну, давайте посмотрим, что там внутри про нее написано, потому что все-таки, ну, интересно. Что нам тут напишут, да, ага, стимулирует, да, вот как вы видите, стимулирует рост ресниц, способствует увеличению толщины объема ресниц, предотвращает выпадение, пантенол улучшает внешний вид ресниц, ухаживает, обеспечивает длительное увлажнение ресницам, касторовое масло питает и укрепляет, способствует росту ресниц, приятная гелевая текстура быстро впитывается, не сушит ресницы и не оставляет на них комочков, способ применения, наноси средство на всю длину ресниц и на корни каждый день перед сном. Уникальный двойной аппликатор позволяет наносить средства как на корни у самого основания ресниц, так и их по всей длине.
После 4 недель интенсивного применения можно перейти к использованию сыворотки на один раз в неделю для поддерживающего, для поддержания здоровья ресниц. Вот, значит, инновационный состав сыворотки обеспечивает интенсивный рост и повышение прочности ресниц, при этом глубоко питая и увлажняя их. Первые изменения заметны через 28 дней при ежедневном применении. Ну что ж, будем смотреть. Ежедневное применение, то есть я заказала маме одну упаковочку и себе одну упаковочку. Далее по распродаже я взяла мужские трусы. Давайте смотреть дальше. Значит, вот так я сейчас все сдвину. Вот такие вот очень красивые трусики, очень красивые упаковочки. Это у нас флоранжмен, наверное. Нет, это, наверное, фаберликовские все-таки. Трусики, да, Faberlic Men, трусы боксеры, цвет белый, XXL, артикул 83-463, 95 хлопок, 5 эластан. Взяла трое одинаковых, вот они у меня, да, то есть ничем не различаются, поэтому открою только одну упаковочку для вас. Значит, вот они такие вот, да, то есть что Florange, что Faberlic, в принципе, нижнее белье мне очень нравится. Так, значит, что у нас тут? Резиночка толстая, упругая, да, то есть тут, смотрите, двойной, да, идет двойная ткань, то есть все здорово, все сделано, без всяких нареканий, шовчики очень ровные, ничего натирать не будет, ну, в принципе, отдельно. И прямо на трусиках написано даже, как за ними ухаживать, как вы видите, да, и состав указан. Вот, такие вот трусешки классные. Далее пришла такая вот маленькая хорошенькая формочка. Значит, форма для запекания и выпечки прямоугольная. Артикул 11704. Материал силикон. Размер 27×4, 14×7 и на 6 сантиметров. Ну, вот это 6 сантиметров. Мне кажется, что тут больше, как будто бы, да. Но вот видите, как. Далее, значит. А, ну все, в принципе, да, артикул 11704. Мягкая, классная, удобная, да, то есть не разобьется, долговечная, для выпечки сойдет. И как раз формочка такая маленькая, хорошенькая, не всегда хочется много чего-то. И этот объем самое то, да, то есть если вы там вдвоем, втроем живете, куда вам больше, да. То есть в ней можно запекать все, и картошку с мясом, я так понимаю, и рыбу, и какой-то тортик, да, какой-то, может быть, еще что-то, да, то есть манник квадратный, да, то есть все, что угодно, можно и хлеб испечь, да, как вы понимаете. Далее, вот заказала я такой вот коврик, у меня в него дочка поиграла, поэтому прошу, не обращайте, пожалуйста, внимания на его красоту, он ей так понравился, она подумала, что это ей для пластилина, да, то есть вот такой вот коврик, я его, конечно, помыла уже немножко, но все равно, вот видите, высохло и осталось. Вот, это пластилин, девчонки, если что, то уж не поминайте лихо. Да, то есть вот тут такая вот форма идет, да, и эта форма расчерчена. Очень интересно, да, смотрим с вами, тут, значит, идет Дом Faberlic логотип, и написано 12 сантиметров, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Тут также идет линейка, значит, по боку, да, тут сантиметрики идут. Давай, 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 фокусируйся, да, то есть тут сантиметры идут, а тут, я так понимаю, сверху дюймы идут. Вот, снизу тоже сантиметры и сбоку дюймы, да, то есть вот такая вот она большая, тут есть дырки, и вы знаете, что у меня дочка вытворила, да, то есть она постелила себе на стол вот этой тыльной стороной, и давай лепить из пластилина, она подумала, что это для нее. Пластилин просто супер лепится, просто идеально, все здорово и классно. Ну, я так это, чтобы она у меня особо не расстраивалась, у нее быстренько забрала эту штучку. Вот, вам показала. И вот вы знаете, наверное, обратно дочке отдам, пусть девка лепит. Зачем я у нее буду забирать? Я могу вторую такую же взять и заказать себе. Так ведь, на кухню. Это коврик универсальный. Артикул 11706, 45×32. Материал силикон. Почему бы нет, если ребенку хочется, да, тем более пластилин практически не липнет на него. Далее, вот такое вот блюдечко, да, как вы видите,
Значит, его аннотация — это форма для запекания и выпечки круглая, артикул 117/05, размер 27/5, 22/3, 5/9. Вот, материал тоже силикон, тоже такое классное, суперская такая штучка. Гнется очень плотная, не тонкая. Ну что, будем печь, будем смотреть. Далее, вот такие вот щипцы для рыбы. Очень меня удивила данная новинка. Вы знаете, я даже не знала, что такое существует. Да, то есть, ну, компания Faberlic опять откуда-то это все нашла, откопала. Вот, вот такой вот пинцет для удаления. Обычный, да? Обычный вообще пинцет, даже без логотипа Faberlic. Вот, то есть, ну, кинем в стол, потом попробуем, да, то есть, как он будет работать. Артикул 116/99, это пинцет для удаления костей из рыбы, незаменимый помощник на вашей кухне, он позволит легко удалить даже самые мелкие кости и заметно облегчит кропотливый процесс разделывания рыбы. Прямоугольные концы пинцета позволяют крепко ухватиться за любую косточку, извлечь ее полностью. Изделие также можно использовать для удаления перьев домашней птицы или дичи. Ага, ну, в общем, вот такой вот. Ну, я вижу, что зажим тут идеально ровный, идеально хороший. Действительно, будет хорошо зажиматься. Да, то есть, ну, посмотрим в деле потом. Далее. Угу. Вот такие вот три досочки. Честно вам скажу, у меня есть доски уже от Faberlic. Они в деле. Они работают отлично, они работают нормально. Но хочется вот чего-то такого нового, оригинального. Я, конечно же, заказала. Заказала, нисколько не пожалела, потому что даже через упаковку я увидела, какие они, вот эти досочки, классные. Да? То есть я вам распечатаю только одну, артикулы покажу у всех. Значит, сейчас перед вами аннотация на разделочную доску зеленую. Артикул 116/54, размер 21 на 22,5 на 3 сантиметра. Вот такая вот досочка идет. Так, сейчас мы с вами подальше, да, возьмемся. Вот такая вот досочка идет, очень даже приятная. Тут идут шипчики, как вы видите. Само вот эта вот сама поверхность, она такая шероховая, как вы видите. Что еще хочется про нее сказать? Тут вот прорезиненные такие вставочки, очень-очень удобные. Они убираются, моются, потом назад вставляются. То есть все как бы очень удобно, да? Вот видите, как они делаются. Вот. Поэтому никаких тут засыханий, налипаний, ничего не будет. Все очень функционально, здорово срабатывает. Да, то есть вот такая досочка у нас с вами получается. Тут мясо держится, и вы его разделываете. С другой стороны, обычная доска для разделывания, да, то есть можете что-то крошить, сдвигать, крошить, сдвигать, и это у вас никуда не упадет, тоже очень удобно. Значит, такая же доска у нас получается есть голубая с вами. Да, у голубой точно такие же размеры и такой же цвет. Артикул 116/55. И у желтой. Желтенькая мне очень понравилась. Артикул 116/56. Да, то есть вот такие вот досочки. Мне кажется, они вам понравятся. Они мега крепкие. Они вообще не гнутся. Даже ни капельки. Или у меня так сил мало. Но заказ в этот раз, я думаю, что достойный. Очень даже классный у меня получился. И очень полезный в дом. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых интересных, может быть, даже полезных для вас видео.